раньше те апартаменты танкистам были отданы во времена Лихой войны. И носит улица название в честь иностранного лица, за революцию борца. Какая ж ветвь на доме том, ответь, мы с нетерпением ждем. Пришли название организации и улицу, куда вам надо ехать. Педагогические что-то. Да, чтобы, это институт. Чтобы учить детей потом, это педагогических у нас два. Это РГППУ и еще второй. Профессионально-педагогический. Оба на Уралмаше, по-моему. В сторону Уралмаша, да. Танкистам были отданы, не знаю, которые из них. Напротив пиццерии здание носит улицы название в честь иностранного лица. Там одна машиностроитель, а вторая интересная. У нас есть карта города, нет? Блин, а где там пиццерия и ветвь еще? Пиццерия там на другой стороне. А вот ветвь я там вот действительно не помню. Есть, мы да можем доехать, это же здесь в центре. Смотрите, это вот будем это вот посылать. Здание. Или поедем сначала, посмотрим, или пошлем. Карла Либкнехта. Вот нет, это лучше. Здание педуниверситета 9А. Давайте посылаем Карла Либкнехта 9А. Ну давай доедем, посмотрим. Внезапно ребята подсказали, что есть такое мероприятие в честь 70-летия всеми любимого уральского добровольческого танкового корпуса. Поэтому решили. Победа это не главное. Главное приобрести новые знания, разгадать загадки. Интрига. Интрига, да, интрига. Вы думаете, это вот это здание, вон там, по-моему, здание, да. Или там. А это тоже уральский педагогический институт. Может, спросишь кого-нибудь? А что спрашивать? Ну вот уже конкуренты здесь бегают еще. Лавровый обед. Лавры. Отправлять. Так, уже. На доме же. Как вы думаете, они нашли? Последний ничего не растет. Что нужно? Не знаю, ветка. Там табличка вот здесь у нас там. Здесь у тебя двойной располагалась. Не здесь. Нет, я табличку-то знаю. А что? А меня интересует, на доме ничего не растет. А почему, как может дуб связан с знаменем? Ну, дубовые же листья. Блин, хочу поближе посмотреть. Это не лавр. Дуб это. Вон ваши конкуренты ходят. Все еще не нашли ответ. Так, тогда пойдемте. Нам так и придется называться дубами. Дубы. Мы себе выбрали название. Ветку должна быть лавровая. Мы с вами реально либо лавры, либо дубы. Значит, надо дуб от лавра отличить не могли с первого раза.